Всем хай, мы сегодня поиграем в игру под названием Scott in Space. Это какая-то фан-игра, созданная в честь 4 уже лет ФНАФу. То есть ФНАФ у нас уже 4 года. И это значит, мы должны в нее поиграть, почему бы нет? Все равно контент нужен, нечего записывать, поэтому погнали. Press jump at the right time or you will die. Окей, понято. Погнали. Jump. Ага. Конечно, здесь прыжок какой-то странный достаточно, но тем не менее, окей. Ну-ка. Я по рофлу кликнул. Окей. Экран у меня начал грузиться, какие-то помехи, звуки для помех. Что происходит? Я надеюсь, у меня игра не крашнется. Будет замечательно, конечно, если она крашится, но не надо. Exotic location. When Funtime Freddy appears on your screen, press F. He won't let you see the cupcakes or anything else on your screen unless you press F. When Freddy Fazbear appears on your screen, press F. S. Ну окей, я буду просто спамить этими клавишами, думаю, надеюсь, это поможет. И don't let the cupcake fall on the exotic butter's basket. Понято. А модельки прям как скотовские, кстати. Это жесть. Я не знаю, как это работает. Оу, щит. Блин, эти кексы всегда летят в одной траектории. Да ё-моё. Так, еще чуть-чуть. И еще 3. Отлично, все. Ага. Angie sometime at home. Там типа было в Sister Location не так. Хочу, кстати, перепройти Sister Location чисто так. Потому что мне нечего делать. А Sister Location прикольный. Hello. So you did it. Это было сложно. Ну да. Ого, у нас есть одна звезда. И теперь у меня есть предположение, что нужно теперь покликать на что-то еще. Но что же это может быть? Ну окей. Опа, опа, опа. Окей. Don't let Bonnie see you. Походу, это мини-игра. Типа, Скотт же говорил, что у него какие-то были кошмары от Бонни, и походу, это мини-игра как раз-таки об этом. Don't let Bonnie see you or hear your steps. He can't see you while you're crouched. He can't hear you when you're not walking. То есть, короче, когда он появится, я просто встану. Never press D and Ctrl at the same time. Otherwise, Bonnie will able to hear your steps. Oh my god. Ничего не слышу, спасибо из-за дурачков, которые решили покосить траву прямо у окна. Тем не менее, у нас есть 2 звезды. Окей,
У нас осталось, наверное, что-то еще одно. 3 звезды. А может быть и больше. Я пробовал сейчас вне записи пропрыгать все это и собрать все кубики, но ничего не случилось такого. Поэтому я не буду этим заниматься. То есть там poor ending какой-то. Ой. Ах ты ж! Ай, черт. Да. Теперь еще нужно пропрыгать. А, отлично, так и знал. На Балору даже кликать не пытался, потому что мне почему-то казалось, что некликабельное все это дело. Как и Бэйби, как и Бонни там, этот, с гитарой. Фредди Фаз Пицца, а.к.а. Give Pizza to Freddy. Плей. Та-та-та-та-та-та. Прикольно. Здрасте. Надеюсь, у нас это получится пройти с первого раза, потому что я не хочу это все пропрыгивать опять. Блин, вас тут много. What the fuck? Как они двигаются? Это что, баунс какой-нибудь? Потому что их движение весьма странное. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Окей. Та-та-та-та-та-та-та. Тихо. Окей. Все, 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 все. Нормас. Ух ты ж. Офигеть. So close. А выход. Выход. Уйди отсюда. Уйди из выхода. Come on. Фух, капец. Прикольно анимировано. Это прикольно. Scott and Space, серьезно? Титры? Based Games of Bird, Pac-Man, FNAF, World Fox, XZ, ну да, это понятно. Game made for the... Thank you, Scott. Scott and Space... Update 2. Весной 2031. Серьезно, еще и Update 2 бы что ли будет? Или он рафланит, типа? Оу, экстра. Угу, Bonnie Jumpscare. Где поспится? Скотт с интервью. Models made by game production official. Original models by Scott Cawthon, used of Air, 3DS Max. Серьезно, это он делал сам? Просто вот эти вот модели, прям как скоттовские. Вот это, вот это, вот это. Их не отличить. Их не отличить вообще. Они очень похожи. Тут чуть-чуть, кстати, полоса, я как вижу. What?